объезжая препятствия змейкой, и остановиться перед конусами оранжевыми. Это прицельное торможение. Прицельное торможение на велосипеде, они должны нажать на тормоз и поднять руку. Да, это знак велосипедиста, означает остановку. Это обязательное правило для велосипеда, для самоката не обязательно. То есть они у вас быстренько проходят, передают транспортные средства второму человеку и так далее. Все, замечательно. Следующая станция — Фантазеры. На станции Фантазеры нашим... Это, наверное, лось, безусловно. А у тебя что за знак? Он синий. Нет. Самое главное — змейка, змейки. Молодец! 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 Давай! Пять, давай, пять! Ну пять, давай, ты молодец. Красава. Держи подарок. Это твоя карточка. Так, давайте. Ну, это паровозик. Это железная дорога. Что у нас? ЖД. Переезд без шлагбаума, да? Молодцы. Так, а теперь посмотрим, что этот знак означает. Елка. Правильно, скамейка и елка. Правильно. А переходить нужно где? Правильно. Да. Нарушение правил дорожного движения. Молодой человек, вы нарушаете правила дорожного движения. За рулем не разговариваем по телефону. Я желаю вам удачи, мои хорошие. Вы можно не по порядку? Можно не по порядку. Приходите туда, где свободно. Хорошо. Держи, мой хороший. Все, удачи. Спасибо. Летающим подлодкам запрещено. Да. Летающим машинам разрешено ездить. Ну ты молодец. Ты нас всех обезопасил. Выбирай свои лимиты. А здесь? Да, по которому надо. А вот платформе знак.